Только погибло, потому что вы, ты и твой дядя, не сдались. Я предлагал мир, а вы выбрали войну. Теперь я пойду по вашим землям дальше. Твоя жизнь закончится здесь. Отомщу за жителей Цусимы! Отомстишь? Не надейся, щенок! Я не умру здесь, это не моя судьба! Тебя уже побеждал. Так будет и в этот раз. Похоже, ты боишься. Yeah.
покончить с ним! Убейте призрака! Забвение.
это твое. Хан мертв, но его войско осталось. Пока не прогоним монголов за море, покоя не будет. А когда прогоним, что потом? Начнем новую жизнь. Раньше я знала, какой будет новая жизнь. А теперь не знаю даже, кто я. Ты надежда народа, страх для монголов. Да, и добыча самураев. Я уверен, ты сможешь заставить самурая передумать. Продолжай сражаться. Нам надо уходить. Дядя будет искать нас. Он уже нашел. После битвы он прислал гонца. Он предлагает мир? Хочет тебя видеть. У тихой воды под деревом с красной листвой. Озеро Оми. Там он учил меня сражаться. Пойти с тобой? Нет, я пойду один. Он моя семья. Понимаю. Мне больно вспоминать Таку, как от него пахло дымом, как он смеялся, как бронил меня, когда выпью. Вся жизнь шла бок о бок с ним. А теперь... И одна. Ты не одна. У тебя есть я. Призрак. Ты принадлежишь всем.